Друзья, приветствую. Тут с учеником, с товарищем, уже ученик стал товарищем, да, разговаривали. Момент. Какой удар сильнее, как можно бить сильнее. Ну, все знают это выражение, да? Без ног нет удара. Забывает только. Без ног нет максимально сильного удара. А удара, если между нами говорить, то нет без рук. Вот, ладно, шутка. Я что хотел бы вам предложить? Так, вариативность использования вашего тела. То есть ваше тело можно разделить на три части. Верхнее, среднее, да, и низ ноги. Это не значит, что они работают по отдельности, но это начало ударных действий. То есть смысл в чем? Верхняя ваша часть, плечи, руки, да? То есть удары одними руками. Там хожу, двигаюсь, неважно, что я делаю, ближняя дистанция, средняя дистанция. Одними руками, то есть легкие удары, да, не такие сильные, но при попадании жесткого кулака, скажем так, по бороде 30 килограмм достаточно, чтобы человек заиграл. Amigos, por demanda popular hemos lanzado un canal de YouTube en español. Referencia en la descripción. Nos vemos pronto. Использование, так сказать, корпуса в данном случае. Идем сверху. Использование корпуса, то есть удары на средней дистанции, удары на полной стопе, с разворотом, именно когда ваша нога не толкает вас, а вращение бедра, включение плеча, именно вращение корпуса, такие силовые ударные действия. И, конечно же, наиболее сильный удар будет, когда вы не только вращаете, но что вы делаете? Толкаетесь, да? Толкаетесь ногами, выталкиваетесь, вращение пятки, бедра, да. И включаете и спину, включаете руку, все включается по цепочке, так сказать. Вот. И, конечно же, это амплитудные ударные действия, да, максимально широкие ноги. Но если на узких ногах и высоко, то опять включение пятки кулака можно делать без сильного вращения корпуса. То есть работает одна половина. То есть ваше тело делится не только, скажем так, вверх-вниз, оно делится и левая, правая половина. То есть в том же челноке на узких ногах используя только одну половину, не вращая сильно бедро. Ну, в принципе, вот это я хотел вам предложить, так сказать, разбивая ваше тело на определенные сектора, на части, варьировать удары, силу ударов, частоту, амплитуду удара за счет понимания, откуда начинается ударное действие. Кулак, плечо, рука, корпус вращения, кручу что-то, ну, спину поворачиваю, ну, дать сигнал бедру и выталкивание ногами с вращением. То есть вот такие три варианта я хотел бы вам предложить. До встречи.